Добрый вечер, дорогие наши зрители. В эфире 8-й урок Яндекс.Эфир. Не писал уроков целых полтора месяца. При записи этого 8-го урока долго-долго думал. Рано или поздно его писать. Теперь считаю самое оно. Тяжелый урок. Никогда не думал, что перед Новым годом будет такая тяжелая обстановка, которая сложилась сегодня в том числе и с Яндекс.Эфиром. Почему решил записать? Мало того, что в группе Яндекс.Эфира вопросов больше, чем можно себе представить, но я никогда не представлял, что такое же количество вопросов будет даже под моими уроками, которые в предыдущее время набирали по 2-3 вопроса за неделю. Оно и объяснимо. Когда все летом потихоньку начали включаться в Яндекс.Эфир, мало кто представлял, что окончание года будет таким тяжелым. Давайте разбираться, что же все-таки происходит. Вопросов много. Смотрим группу. Здравствуйте. Просмотры не обновляются 6 дней. Когда, наконец, починят. Похоже, у меня такая же проблема. До службы поддержки не дописаться и не дозвониться. Здравствуйте. Поддержка 5-й день не отвечает. Здравствуйте. Не могу разместить. Жалоб бесконечное количество. Ни ответов поддержки. Не размещение, если почитать, специально беру группу, чтобы не сказали, что я это все придумал. Значит, если будем здесь читать, у нас будут здесь письма, вплоть до того, что... Добрый день, не могу войти в кабинет, ошибка 500. Многие не могут разместить свои ролики по несколько часов, а некоторые по несколько дней. Яндекс.Эфир опять сломан. Видео обрабатывается модерацией больше 5 часов. Невозможно загрузить. Да, новость грустная. Я сделал видео на 1,5 минуты, выложил на канале Яндекс.Эфир. Уже несколько дней не грузится. Опять сломался Яндекс. Видео в обработке висят. Теперь посмотрю свои. Под моими уроками. Давайте смотреть. А что говорят менеджеры Яндекс? С чем это связано? Это еще одна проблема, которая возникла. Исчезновение блоков видеоблоков. Чтобы не быть голословным, показываю вам. Вот блоки первой позиции. 12 блоков. Практически всю весну и все лето их было больше 100. Вторая часть позиции. Interstitial блоги. Их было 18, сейчас один. Соответственно, упали и доходы на каналах. По-другому быть не могло. Но дальше еще интереснее. Люди начали писать мне и спрашивают, а скажите, такой вопрос, выплаты в декабре уже были, сегодня 21 декабря, выплат нет. Вот сейчас, 22, когда я пишу сообщение о том, что Яндекс все-таки начислил выплаты, пришли. Но удивительное дело, в разделе «Документы», куда последние 4 месяца поступали сообщения о том, что Яндекса, этого документа даже нет. Просто кое-как маленьким сообщением оно приходит на Яндекс кошелек. То есть даже случайно я узнал, что деньги пришли. Поддержка не отвечает. Дальше. Видео грузит черное сколько времени.
Многие отмечают, что загрузив видео, ты можешь увидеть о том, что видео прошло модерацию и набрало 20, 30, 100 просмотров. На следующий день зайти и увидеть, что это видео уже имеет надпись «Видео не прошло модерацию». Но по-другому, мягко говоря, ситуация неоднозначная. Пользователи находится в шоке от всего происходящего, и от выплат, и от загрузки видео, от того, что не отвечает. Вот, кстати, я нашел, смотрите. Раньше хоть отвечали через день, потом через двое суток, а сейчас я жду 11-е сутки ответа от службы поддержки. То есть, в общем-то, новогодняя ситуация не очень хорошая. Мало того, срезанные блоги ведут к уменьшению доходов. При этом, как мы с вами знаем, видео Яндекса могут показываться только ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках. В других сетях и в других сайтах код Яндекса не работает. Совершенно невозможно понять, как это рекламировать. Ну, еще один путь, я вам уже об этом рассказывал. Это делать блоки в блогере, и тогда, ну, есть хоть какой-то шанс. Вот один из моих блогов, давайте покажу. Сейчас покажу вам. Вот где-то здесь, например, вот что я делаю. Я создаю блоги и выкладываю Яндекс Видео. Вот здесь. То есть, когда человек заходит на блог, он сразу сталкивается с видео и, безусловно, плохо или хорошо его посмотрит. Вот если у вас есть какие-то другие предложения, как делать рекламу блогом Яндекс Видео, я с удовольствием в комментариях это выслушаю. Но пока мои попытки за 6 месяцев особо не увенчались успехом узнать, какова методика и как сделать видео Яндекс универсальные. Те, кто занимается Ютубом, знают, что мы с вами Ютуб можем вставить куда угодно, даже на зарубежные сайты. Попробуйте вставить Яндекс на зарубежные сайты, да? Как говорят, фиг у вас это получится. Ну вот могу поделиться с вами этой подсказкой по поводу блогера. Создавайте вот такие быстрые блоги, размещайте свои видео со статьями, будут хоть какие-то просмотры. Что еще? Что у нас еще с вами остается? У нас остается, давайте посмотрим, Яндекс.Дзен как вариант. С чем он связан? Для тех, кто не знает, в Яндекс.Дзене создаете свой профиль, да? И начинаете размещать статьи, да? Ну вот я вам показываю, как это. У меня тут разная тематика, мода, политика, ну, у каждого может быть своя, соответственно. Размещайте статью, фотографию, ссылку и не всю, конечно, статью размещайте, главное, чтобы она шла туда. Или делайте вот тут у нас раздел такой, видите, статьи и видео разместить. Можно размещать видео, учитывая, что Яндекс.Дзен смотрит много народу, это вот плохая или хорошая отдушина для того, чтобы, ну вот, можете посмотреть. Где у меня тут мои уроки Яндекс Видео были. Где-то здесь сейчас не найду. То есть можно размещать. Ну вот, видите. 23 августа. 305, например, просмотров. Да, то есть какой-то смысл все-таки есть в размещении. И какие-то посещения пойдут. Ну, с учетом того, что мы имеем, да, а вот они, Яндекс Видео. Вот видите, даже тогда августовский набрал 1371 просмотр. Вернее, прошу прощения, это даже не просмотр, это дочитывание. О, еще лучше, это дочитывание. То есть вот Яндекс Дзен это хоть какая-то возможность двигать яндовские эфирные видео. Ну, что сказать на все вопросы? Да, ситуация непростая. Моя версия, многие меня спрашивали, идет какое-то, ну, назовем его обновление Яндекс Эфира.
Плюс еще помните, что у нас Яндекс получает новые площади, уезжает со своих старых площадей, соответственно, идет своеобразного рода эвакуация. Еще хочу сказать, вот многие спрашивали про техподдержку. Давайте будем вот тут разделять само руководство Яндекса и от ребят, которые там работают. Вот все мы сталкивались чаще всего с таким сотрудником техподдержки, как Александр Гольц, да? Ну, что тут лукавить? Это за несколько 6 месяцев стало ясно. Человека посадили на техподдержку, возможно, у него даже есть пару сменщиков, но он практически всей стране отвечает один. Но это в духе наших больших компаний, которые вот так делают. Соответственно, чего удивляться, что ответ, ожидание ответа достигает 5-11 дней. В общем-то, в апреле кто-то правильно писал, Яндекс Эфир сделан на коленке. И, соответственно, вот таких сбоев, как были 10 декабря, они гарантированы. Потому что программы и сам скрипт достаточно, ну, еще очень-очень-очень недоработанный, мы с вами это знаем. То есть, в отличие от Ютуба, мы с вами здесь можем увидеть, я это 1000 раз показывал, но покажу еще раз, мы можем увидеть с вами сухую статистику, но, положа руку на сердце, вы знаете, статистика, в которой просто показано, сколько у тебя было посетителей, еще немножко тут женщины это мужчины, это не статистика, да? Взгляните на YouTube, как YouTube дает статистику. Мы с вами можем узнать даже, с какого, извините, гаджета заходил человек. Когда это было, сколько он провел. А вот это не статистика. И длится это уже весь этот год. Что мы имеем? Мы даже не можем узнать, сколько у нас подписчиков. Хотя, казалось бы, господи, о, проблема-то. Просто подставить под каждым и написать, сколько подписчиков. Даже этого пока нет в Яндекс.Эфире. То есть продукт горячий, продукт с большими амбициями. Но эти амбиции надо подтверждать. Когда они не подтверждаются, происходят вот такие вот сбои. И происходят они, как мы с вами знаем, и в Яндекс.Дзене, и в Яндекс.Эфире. Поэтому, когда вы в ближайшее время будете встречать заметочки «Я на Яндекс.», как заработал миллион, нажав одну кнопку, ну, знаете, перед вами очень глупенькая, очень тяжеленькая судьба у человека, который пишет откровенную ерунду, потому что сегодня доходы Яндекс.Эфира очень жестко упали, по моим подсчетам это в 10-20 раз, народу зашло очень много, а затраты на Яндекс.Эфир далеко не соответствуют тому, что получают люди на выходе. Ну и все сопутствующие этому вопросы. Стоит ли впадать в панику? Нет, не стоит впадать в панику. Я думаю, что все-таки Яндекс, как крупнейшая фирма российская, как-то вспомнит о своем детище Яндекс.Эфире. И я думаю, потихоньку наведет порядок. Но, как известно, за это время либо шах умрет, либо падишах. Нам бы дожить до этого исторического времени. Что делать сейчас? Снимайте видео, размещайте их в Яндекс.Эфире, размещайте в Ютубе. Просто наблюдайте за тем, что происходит. Повлиять на это мы с вами не можем. Но надеяться, как говорят в России, надежда умирает последней, мы это еще с вами можем. Перспективное направление? Перспективное. Надо вкладываться, надо развивать проект. Мы со своей стороны, как блогеры, это делаем. Контент им даем. Ну, остальная часть за Яндекс.Эфиром. Будем наблюдать, будем следить. Спасибо всем, кто посмотрел мой урок.